Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В пятницу в Самарской области солнечно и без осадков. Температура воздуха в дневное время 0-3 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем нулевая температура, ночью 3 градуса ниже 0. Ветер юго-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, без осадков, днем 0 градусов, ночью минус 4, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 1 градус, ночью минус 4. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.